В 2024 году Сиверский район принял у себя в гостях лучших педагогов дошкольного образования, которые участвовали в конкурсе «Воспитатель года Кубани». Очный этап проходил 4 дня и состоял из нескольких испытаний, которые провели на разных образовательных площадках. Воспитатели презентовали свои педагогические находки, провели практические мероприятия с детьми, показали разработку «Мастерская педагога». 9 февраля в актовом зале Афипского дома культуры все конкурсанты и педагогическая общественность региона собрались вместе, чтобы узнать имя победителя. Гостей поприветствовал глава Сиверского района Андрей Дорошевский. Воспитатель – это тот человек, который закладывает основы в ребенка, в детей, которые в настоящем закладывают будущее. Вот я желаю вам мира, добра, благополучия, чтобы ваши воспитанники всегда дарили вам теплоту, заботу и любовь. Детские творческие коллективы подготовили масштабную и красочную концертную программу, которая не оставила равнодушным ни одного зрителя. Дипломы и ценные призы в торжественной обстановке вручили каждой участнице почетные гости. Главу Сиверского района и организаторов поблагодарили за радушный прием, насыщенную культурную программу и высокий уровень проведения мероприятия. И, конечно, заслуженные слова признания и благодарности за свой труд услышали педагоги дошкольного образования. Ваш труд очень важен. Вы одни из первых людей, которые становитесь членами семьи. Вам приводят самое драгоценное. И сегодня, поскольку объявлен годом семьи, я желаю, чтобы в вашей семье всегда был мир, любовь, благополучие. Среди участников определили 15 лауреатов, которые продолжили борьбу за почетное звание. В итоге определили пятерку призеров. В их число вошла и наша землячка. Учитель-логопед детского сада номер 39 поселка Ильского Наталья Крикун. А победителем конкурса «Воспитатель года Кубани-2024» стала Татьяна Ранинен, воспитатель детского сада номер 9 города Геленджика. Я хочу сказать огромное спасибо моей семье за поддержку. Ну и муж может гордиться. Ну и вообще этот конкурс был моей мечтой. А победа заслуженным подарком. Спасибо большое. Напомним, что Сиверский район стал местом проведения конкурса благодаря победе педагога из нашего муниципалитета Екатерины Краснояровой в «Воспитателе года Кубани-2023».